Так, звук немножко добавим, если надо. Звук, кстати, не обязательно, но чуть-чуть, да. Immersion должен быть, погружение. Начну с личного. Мое детство проходило в 90-х. Вот так всегда, начинается прямо с этого, издалека. Летом, на все лето я уезжал на дачу. У меня было много разных дел. Я там ухаживал за огородом, например, подвязывал кусты. Но это было обычно вот между утром и обедом. А после обеда у меня было свободное время. И в свободное время у меня был черно-белый телевизор и приставка Mega Drive. А на приставке Mega Drive одной из любимых игр был Road Rash. Это игра, в которой... В общем, второй Road Rash я прошел раз, наверное, 15, третий поменьше, но все равно. И когда я увидел на шоу-кейсе DevGamma вот эту прекрасную игру, я подумал, блин, неужели? Неужели возврат мне детства. Вернут детство, да. Вот. А я сыграл 3 сессии и понял, что нет, мне не вернули детство, меня нагло обманули. И сейчас я расскажу, почему. Вот, видите, едет мотоцикл. Тут, в принципе, игра, если кто не знаком с Road Rash, поясняю, едут несколько мотоциклов, они должны доехать до финишной прямой. В процессе мотоциклисты могут друг друга бить всем, чем у них есть. Либо чем-то, что у них в руках, либо ногами. Это было еще в Road Rash, и здесь эту механику, в общем-то, переняли. А чем это отличается от моей любимой игры? Тем, что здесь очень много свободы. Ты можешь не туда свернуть мотоцикл, ты можешь ошибиться со входом в поворот, ты можешь упасть с моста. Масса вещей, в результате которых ты понимаешь, что нет, я уже не смогу теперь вернуться на трассу, всех обойти и победить, и мне нужно нажимать рестарт. Кстати, пора нажать рестарт. А то ролик очень маленький. Давай я помогу. Сейчас. Нормально? Вот. И, собственно, это и есть проблема. Очень много свободы. Я еду, меня вот там сталкивают, например, в бок, и я падаю. Ну, здесь просто несколько вариантов проезда одной и той же трассы, но есть места, где после того, как ты упал, ты просто не вернешься в строй. Ты уже не догонишь тех, кто уехал вперед. Не знаю, может быть, боты и там как-то читерят, и тебя ждут, но как это будет в мультиплеере, ну, сомнений даже не остается. Вот, это и есть большая грустная боль. Я правильно понимаю, ты подразумеваешь, что 95% времени игрок догоняет того, кого он хочет ударить? Да, да, о, вот ты очень правильно сформулировал, потому что это тоже еще одна проблема, которая заключается в том, что сблизиться с противником и ударить его тоже довольно сложно. Но это частности механики, это правится. А вот что делать со свободой, вот, честно говоря, у меня никакого варианта, кроме как... Сузить нахрен до тоннеля нету. Итак, Святослав озвучил проблему, связанную с излишней свободой в моторейсинге Rock'n'Road. Давайте послушаем сначала автора, что он думает по этому поводу и как он хотел или хочет решить эту проблему. Спасибо. Суть в том, что вы играли в билд месячной давности, в котором еще не было триггеров, которые возвращают игрока на трассу, если он съехал не туда. Плюс за месяц мы добавили очень много декораций, которые как раз закрывают пути, куда игрок может свернуть не туда. А так вся игра в данный момент она находится на одной большой локации, на которой все трассы проложены, пересекаясь друг с другом, ну, чтобы экономить время и чтобы игрок видел другие пути. Вот. Поэтому та проблема решена. А насчет того, чтобы догнать противников, тоже за месяц я сделал, чтобы противники, которые вырываются вперед, у них срезается максимальная скорость, поэтому они всегда идут медленнее. А те, которые сзади, им наоборот максимально добавляется, но при этом у них остается та же скорость поворота, тоже ускорение, поэтому они точно так же, ну, они по-честному едут, просто как будто им дали нитро. Вот. Поэтому они обгоняют игрока, дают ему по морде, и дальше веселый геймплей продолжается. А вот проблема насчет дать по морде. Вот я как раз, да, хотел сказать, что, конечно, боты тебе дать по морде могут, а вот если ты от них отстал, то тут начинаются проблемы. Я вот сколько поиграл в твою игру, да, я убедился только в одном, что я почти, ну, не знаю, может быть, один раз я примерно там за общее время, в том числе играя на стенде, за час игры я ударил один раз, по-моему, только. Ну, то есть в чем тогда смысл размахивать битой или знаком, который мне показался похожим на метлу? Печально. Да. Ну, Вов, раз ты начал со слова «печально», давай попробуем позитива внести в эту историю. У меня любимая игра просто была на первой плойке, Road Rash Jailbreak, потому что это самая лучшая игра в серии. Тут должны быть аплодисменты, мне кажется. Вот. Батл между мной и Вовой. Спасибо. Мне больше даже интересно. Ну вот вышла 2 года назад Road Redemption. Road Redemption — это такой
ну, HD, Reskin, Road Rush. А зачем? Ну, в смысле, в чем USP проекта? Я даже не говорю про проблемы, которые Торик обозначил, это геймплейные проблемы. Я говорю про само позиционирование продукта. Но если уже... Что? Гриша, дай, пожалуйста. А, лютая ненависть к Road Redemption. У них много проблем. Да, это есть такое. Ну... И эти проблемы помешали получить удовольствие. Я сказал, пошли вы нахер, ребята, я сделаю свою. А, вот оно что. Фанат. Это сильно, да. Фанат Redempt, да, решил, что он сделает игру просто лучше. Ну, нормальный подход, по-моему. Надо будет еще пользователям объяснить, что там есть что это лучше момент. У нас есть свои уникальные идеи. Это, да, Blackjack. Все понятно. Здорово. Мне просто важно, чтобы у людей было понимание USP проекта, который они делают. Особенно если есть, ну, не то что прямые конкуренты, а прямо практически равнозначные проекты. Поэтому у нас и графический стиль другой, чтобы мы как минимум так отличались. Плюс по геймплею есть отличия, у нас есть чем выделиться. Окей. Ну, не знаю, я пока, скажем, глядя на видеоролик Road Redemption, да, у меня впечатления об игре были куда лучше, чем глядя на ролик Rock'n'Road. У них вообще промо как бы было замечательное, а потом миксит отзывы в Стиме. Ну, это да, это факт. Подожди, Вов, ну ты, собственно, предложи решение, это проблема. Найти USP? Ну, нет, я просто хотел убедиться, если у человека есть в голове понимание, что этот проект отличается от того тем-то и тем-то, оно, судя по всему, есть. Здорово, все хорошо, значит, и когда проект выйдет, там будет overwhelming positive и все такое. Здорово. Мотоциклы, кстати, здоровские. Хорошо, что не спортивные. Команда очень хотела спортивную, но я специально... Это правильно. Продюсер должен это... Да, хорошо. Вот давайте тогда дадим слово Григорию. Микрофон, да, можно попросить? У меня нет, к сожалению, трогательной истории с детства. Как я Черт. Играл в гонки. А я думал, третий раз аплодисмент. Да, поэтому извините, просто можете мне поаплодировать и все. Честно, меня смущает, если мы сейчас будем говорить про тот геймплей, который есть там вот в прототипе, да, тот, который мы видели на роликах, а не тот, который уже поправлен и все остальное, мы, к сожалению, его не видели. Меня очень смущает ситуация, что я очень много еду и практически больше ничего не делаю. То есть вот вначале все здорово, потом я вот уехал вот сюда, и все, и привет. То есть все остальное время я просто еду. То есть если мы говорим, что вот это, в принципе, если не решать эту проблему там с сужением в тоннель, да, в один, где все юзеры едут всегда строго по рельсам и так далее, да, мне бы хотелось увидеть какого-то движа вот в этом процессе, да. Я не знаю, там, как в Кармагеддоне добавить пешеходов, которых я могу задавить там, или ударить битой, проезжая там. Или вот хотя бы я могу ударить кактус, да, и получить от этого хоть какой-то эмоциональный... Кстати, кактусы более не добавляют, я проверил. Вот. То есть вот это, наверное, такой смущающий меня момент, да, и я бы его как-то правил, если уж сложно поправить в ту сторону, когда игроки больше встречаются друг с другом или там с ботами и дерутся с ботами на мотоциклах, давайте добавим какого-нибудь экшена в процесс езды. Ну, по-моему, это будет, в общем-то, тоже давать некие... Тут же вся эмоция — это просто дать кому-то по лицу. То есть это же вот как бы, ну, вот это такая прям вещь, которая должна меня... Какой-то во мне эндорфин вызывает. По сути, да? Помимо гонок, это как раз USP, когда ты можешь дать по лицу. Ну, давайте добавим пешеходов, которых я могу бить по лицу. Вот, кстати, если я не ошибаюсь, в Road Redemption, да, сейчас, Миш, минутку, можно буквально, да? В Road Redemption там были же какие-то машины, да, которые можно было сбивать. Там было в том числе оружие дистанционное, можно было стрелять. Это вещь, которая как минимум уже сближает в плане конфликта. Миш, давай, твой вопрос. А давайте представим, что этот мотоциклист спит. И ему нужно разбиться, чтобы понять. Отличный микс. Ну и название традиционное. Проснись, ты разогнался. Хорошо, есть у кого-то еще предложение, как сделать эту игру лучше, кроме Миши? Во, ну, конечно, да. Перед вами Артем Волков, усы российского геймдева. Я тоже ее успел поиграть еще, когда занимался судейством, и у меня возникло такое ощущение, что
Мне, как пользователю, который играл в много разных гонок, будет вообще скучно играть из-за того, что, во-первых, это только мотоциклы. Я люблю Road Rash, я до сих пор помню Road Rash, Бугермена на Сеге, Чипа Дейла, как бы, но... А это немножко... То есть, давайте возьмем примеры. Вспоминаем гонку Split Second. Как они выбрались из проблемы того, что, ну, блин, это опять аркадные гонки. Динамическая трасса, на которую могут влиять игроки на эту динамику. В MotorStorm, например, очень весело, потому что я могу гонять на мотоцикле против огромного грузовика, который может меня задавить. Нет, не заканчивается, на этом как раз весело. Вот, чем вы готовы, вот реально это вопрос про USP, вот чем привлечете игрока? Я тут не вижу, я вижу кактусы. Артем, Артем, мы стараемся защитить игру сейчас. Линч будет попозже. Ну, вот они не доделаны пока что. Но они есть. Ну, вот, кстати, если вы добавите гонки на страусах, мне кажется, я уже куплю эту игру. Слушайте, слушайте, вы помните игру Pure на Xbox? Это, кстати, моя любимая была игра на квадроциклах, да, там, я не помню, были байки или нет, уже забыл. Там была классная фишка, что даже если ты кого-то не догонял, ты можешь набрать специальную энергию с помощью, значит, кувырков там всяких, трюков и так далее, чтобы потом бустануть и попробовать догнать соперника. Это, в принципе, тоже неплохой вариант, как можно более-менее сблизить противников, чтобы они могли наконец-то друг другу начистить рожу. Но тут я бы вот вернулся к вопросу про Split Second, посмотрел бы эту гонку. Отличная игра, кстати. И просто взял бы на вооружение фишку с динамической трассы, на которую влияют игроки, и создает вот этот как раз движ, о котором сейчас говорили, которого не хватает. Сереж, мне кажется, для набора энергии надо убивать пешеходов все-таки. Ну, как вариант. Если уж игра там такой Кармагеддон на мотоцикле, ну, и коров. Я хочу еще добавить Артему важное замечание, что люди, которые сделали гонки на страусах, закончили тем, что они выпустили Lada Racing Club, поэтому так не надо делать. Закончили плохо, можно было сказать, да? Хорошо, друзья мои, если ни у кого больше нету желания высказаться, вот, прошу, к нам бежит желающий высказаться. Здравствуйте. Здравствуйте, Вадим Плетников, меня зовут. Я думаю, что нужно сделать, что есть большие кактусы, которые, если ты врежешься, ты остановишься, но если ты... ...на боковых проездах. Надо остановиться и вытаскивать иголки из попы. Ну, как вариант. Соответственно, как бы при некотором поражении высокорисковая ситуация, но ты можешь выиграть все еще. Как-то так. Хорошо. Спасибо. Давайте мы... дадим слово автору. Подожди, еще есть предложение. Еще? Перестань останавливать людей. Простите, привет, конечно. Меня зовут Сергей, компания Red Iron. Пусть я буду геймдизайнером в данный момент. Ура, отлично. Смотрите, у нас на Антилинче люди превращаются в геймдизайнеров. Это прекрасно. Ну, раз пошли идеи там про кактусы, предлагают убивать пешеходов, я предлагаю все-таки защитить пешеходов. Пусть будут зрители, которые кидаются камнями и кактусами. По краю трассы. Схватить, да, пешехода, ну, как вариант. А другой вариант по поводу того, что мало вот это вот, я еду по трассе, ничего не происходит. Может игроков сделать в раз в пять больше? Вот пусть будет такая каша на старте. Ну, кстати, тоже вариант. Потом уже когда вариант, едешь, да, чтобы у тебя всегда было с кем повоевать. И даже в мультиплеере пусть будут боты, которые там спамнятся у тебя за спиной, догоняют тебя и пытаются там тебя как-то... Кто-то пнуть. Неожиданно прыгает из-за края на мотоцикле прямо к тебе перед носом. Ты просто едешь, и такой мужик такой из угла. Вот это с плащом. Хорошо. Я думаю, что мы можем потихоньку заканчивать обсуждение. Да, Вова? А нас просили так рано не заканчивать. Ну, почему? Подожди, у нас уже... Продолжай. Что-нибудь расскажи. У меня часы неправильно. Что-нибудь расскажи. Расскажи что-нибудь. Хорошо, ребят, давайте мы все-таки дадим слово автору, после чего мы можем послушать ваши вопросы по поводу игр, которые были, или предложения, к примеру, если у нас останется 5 минут. Останется у нас 5 минут? Конечно. Круто. Прошу вас, Евгений. Было ли полезно вообще? Ну, мы сделали для вас что-то хорошее. Геймдизайн игры мы ему сделали. Мы там ГДД можем, в принципе, написать, договоримся, если что. Волкова не слушайте, он плохому научит. Мы как-нибудь сами своей командой сообразим. Мы тоже выросли все в 90-е, все любим. Да, поближе микрофон, а то вас только я слышу. Я могу покричать. Тоже вариант? Ну, по идее,
Нового было сказано мало. То, что было поломано, мы и так об этом знали, и мы за месяц по большей части постарались все исправить. Лерика, прости, мы не отработали свои деньги. Вот. Насчет убивания пешеходов, в игре нельзя убить никого. На то, это специально сделано, чтобы для веселья было, чтобы ты сбиваешь его с мотоцикла, он встал, побежал дальше. Ну, сел и поехал. Вы сейчас убили мою мечту буквально. Но можно лупить тех, кто бежит к своему мотоциклу. Можно отобрать мотоцикл у того, кто упал, и он сядет к себе пассажиром. Вы будете ехать вдвоем лупить всех. Я сейчас предложу. Демонстрация проходит, а ты едешь на мотоцикле с дубинкой. О, да. С нагайкой, простите. Это впрочем, все? Во втором Road Rash самое мощное оружие было цепь. Цепи будут, да. Будут, все просят. У нас еще я есть. Я думаю, это будет не классическая цепь, а что-нибудь, там, например, замок на цепи, чтобы отличаться немножко. Ясно. Ну, в общем, мы оказались бесполезны для разработчика нынче. Хорошо, спасибо. Давайте тогда, у нас осталось действительно 5 минут, мы очень здорово уложились в формат фактически. И если у кого-то есть вопросы по проектам, которые были, в том числе по Rock'n'Road, по Dungeon Card, да, по Люцид, вы можете задать сейчас эти вопросы или предложение сделать для разработчика, как сделать эту игру лучше. Или вам, Евгений, спасибо. И... Или про свои проекты рассказать что-нибудь. Ну да, кстати. А вот числе... у меня там монетизации нет. Вот. Что, да. Все? Нет, ну вот человек же стоит у микрофона. Конечно, конечно. А у меня слушай, предложение по последней игре. Может быть, если никого не хочется убивать, может быть, пусть висят пиньяты и их битой. Собери конфетки. Прям вариант. Торик, как ты думаешь, отличная идея? Кэнди Краш смешать с Road Rash. Я на самом деле думал еще про идею, что давайте выкинем оружие, а мотоциклы будут делать трюки, и у нас получится мотокросс Madness очередной. Или пьюр, да. Вот у нас опять Артем Волков. Неожиданно. И снова Артем Волков. Да, Артем Волков, компания Bitbox, я геймдизайнер. А такой вопрос, а почему в последней игре, почему бы не сделать, вот Торик хорошо заметил, что есть участки трассы, где достаточно скучно ездить, а почему не разложить какие-то бустеры, там тоже оружие, которое может меняться, например, тоже удаленное, ну то есть которое может игрок собирать прямо по трассе. То есть это как-то сеттингом ограничивается или... А еще можно, знаешь, это, решение. Лицензировать у Nintendo Марио и всяких героев, да, и такой Марио Карт получится. И черепашек. Не, я просто как бы... Вот, а по поводу еще комментарий по поводу игры, где надо было спать, да, и просыпаться. А там многослойность в итоге есть, я вот не понял. Есть, есть. Было бы интересно, да, если ты действительно застрелился, и раз, у тебя следующий типа уровень. В этом вся игра. Типа... Смотри, я тебе уже даже объяснил, ты все еще не понял. Автор, мотайте на ус. До сих пор ваши будущие покупатели вашей игры не понимают, как в нее играть. Всем привет, меня зовут Тарас. Здесь над вами занимаюсь шоу. И подумал, раз уж в последней игре действие происходит на одной карте, давайте замутим Battle Royale. Волна, да, преследует мотоциклистов следом, да, ну, как вариант. Вот. Аким, ну... Что? Артемов много не бывает. Вот. Артемов много не бывает, подсказывает. Да, Артем Турушин, геймдизайнер Social Quantum. Я вот сейчас сидел, слушал сквозь строк, как говорится, и, в принципе, основную мысль уловил в том, что играть в это немного скучно. Ну, то есть, по большей части я просто еду, иногда я кого-то пинаю, да, иногда, опять же. А почему вот у меня в голове очень простое решение, почему не захардкорить ее? Условно, меня спихнули на альтернативную трассу, я должен там выжить, а не просто ехать по ней. То есть, добавить ассетов, банально заставить ее, чтобы надо было, если тебя спихнули, ты вот этим между, не знаю, камнями, чем-нибудь лавируешь, чтобы вылавировать на основную трассу и там уже продолжать драться. Опять же, чтобы драться, то есть... Не 10 соперников, а 50. Постоянно же будет драка. Вот. Ну, 50 вот мы уже озвучивали. Спасибо. Спасибо. Так, слушай, вот сколько Волкова не корми, он все равно к микрофону идет. Все в микрофон смотрит. Всегда должен быть Артем Волков. Да. Но тут я поговорю о другом проекте. У нас сегодня бенефис Артема Волкова. О втором проекте. Я согласен со всем, о чем говорили эксперты, но тут еще одна мысль появилась. Это про Dungeon Card, который, да? Да. То, что я не заметил, то, что монстры вообще не менялись во время игры. Ну, то есть, ну, появился глаз летающий, ну, окей, у него цифры иногда одинаковые с пеньком и так далее. Вот как раз
Я понимаю, что автор хочет сделать казуальную игру, но казуальная не подразумевает, что у нее отсутствует какая-то глубина. И на самом деле я очень жду, что в нее просто будет интересно залипать вместе с какой-нибудь микрометой, с прокачкой персонажа, выбором небольшим и вот этим вот реально крутым геймплеем. Так ты говоришь про то, что у противника должны быть какие-то механики активные. Да, дополнительные механики, потому что... Кстати, ну, в Данжелоте же так и было, да? Когда там были лучники, которые стреляли по тебе, и у тебя нужно было время, да, чтобы добраться. И магия. У меня был выбор следующего действия. Не просто сейчас я похилюсь, его ударю, а вот я похилюсь, и вот кто мне важнее для какая-то атаки. Стратегия появляется. Да, да. Окей. Потому что начало классное, а дальше уже все. Спасибо, Артем. Ну что, как у нас со временем? Можно закругляться? Да. Вика, я передаю слово вам. Спасибо, Толя. Спасибо. Всем спасибо. Круто, что вы собрались сегодня в таком количестве. Мы не ожидали. Когда мы готовились к этому, у нас в зале, в принципе, сидело два человека. И те авторы игр. Да, спасибо. Вик, давай. Всем спасибо большое, что пришли. Кстати, я вот удивлена, что никто не сказал про кактусы, чтобы, не знаю, наедаться кактусами. Дальше у тебя остальная часть игры — это просто психоделический трип с выходом души из тела, там, и все там по Кастанеде и так далее. Ну что ж, спасибо вам огромное, что пришли на доклад. Давайте завершим его жаркими аплодисментами. Покажите, насколько вы не спите. Вот это да, даже я не ожидала.